Работать мы будем акрилом. Технологии рисования перышек, технология, я расскажу о том, как сделать перышки бликующие именно перламутровым таким отблеском, который очень часто бывает у птиц, встречается. Вот это тоже будем с вами прорабатывать. Все это будет акрилом гораздо проще сделать. Уточки, конечно, очень умилительно выписывать. Не говоря о том, что это и символ прекрасный, это еще и очень увлекательная вообще роспись. Именно декоративные улицы. Тут у них есть такое интересное свойство увлекать очень сильно вот этой прописью.